Понимаешь? Весь как есть белый. Балахон на нем белый. Лыжи белые. Рукавицы. Рукавицы и те белые. Шпион? Ну да, конечно, шпион. Петрусь, ну а поймали его? Поймали. Пенсней на нем черный оказался. И обратно усы и черный. Вот и поймали его. А вот ты бы смог? Я? У меня лягушка не проскокнет, не то что. Ведь я каждый кусток на границе знаю. Я как границу стану сторожить, я такого шпиона поймаю. Видал? Чего? Полковник новенького повез. А ты всех знаешь? И меня вся застава знает. Видал, как со мной полковник поздоровкался. Со мной тоже. Слушай, Кобелюк, давай другую. Другую давай. Глухой. Держи машину. Эй! Стой! Отберегись! Если бы не он, прикрыла бы тебя Бирюка. Смотри. Не стоит благодарности. Вот смолокура, глухмени, дали в помощники. Ничего ему не втолкуешь. 5 лет сосед, я все не наловчили с ним разговаривать. Пора привыкнуть. Товарищ полковник, старший по дозору заставы имени Дмитрия Хохлова, пограничник Орехов, несет службу дозора на участке Сосновой Рощи. За время службы ничего не случилось. Продолжайте службу. Есть продолжать службу. Thank you.
Полковник, личный состав заставы выстроен для встречи молодого пограничника. Здравствуйте, товарищи! Товарищи, приказом народного комиссара принят добровольцем в ряды пограничной охраны товарищ Головин. Стахановец, тракторист, брат нашего знаменитого дальневосточного пограничника, лейтенанта Петра Головина. Василий Головин, значки второй ступени. Он прибыл к нам вполне подготовленным бойцом. Включите его в нашу пограничную семью равноправным товарищем. Товарищ Головин, ко мне. Товарищ Головин, вручаю вам боевое оружие и винтовку номер 11375. Берегите ее, храните, без промаха разите врагов нашей великой Родины. Товарищ Краев, назначаю Головина в ваше отделение. Есть, товарищ старший лейтенант. Поздравляю, товарищ Головин. Поздравляю. Распустите людей. Вольно. Можно разойтись, товарищ. Давайте, ребят, пойдем. А вещички где? Пошли, ребят, двое, пойдем. Там чемоданы есть. Ну, Мурка, ну, гоп, тебе говорят, прыгай. Ничего ты не понимаешь. Вот так. Теперь назад. Ну же. Ну, а теперь сама. Прыгай. Оп. Мама, киска за границу убежала. Галя? Значит, что случилось? Мурка за границу убежала! Да не убежала она, вернется. Ну, конечно, вернется. А смотри, кто идет, видишь? Полковник. Здрасте, товарищ Ташенко. Здрасте, товарищ полковник. Молодец какой, сынишка. Товарищ полковник, пограничник Орехов закончил службу на участке Сосновой Рощи. За время службы дважды встретил Бирюка у мостка и на гнилом болоте, собирающем грибы. Грибы? Угу. Товарищ Орехов, говорят, ваши музыканты немецкий язык освоили. Да, товарищ полковник. Да, сын брав. Но у Фидерзейн генос Орехов. Ау Фидерзейн геносы... генос полковник. Идите отдыхать. Есть. Бирюк собирает грибы. Интересно. Товарищ полковник, я полагаю, что Бирюка пора бы взять. Подождем немного, еще рановато. А наблюдение не ослаблять. Есть!
Зачем пришел? Чего надо? Ну? Так, пустячки, небольшой пакет. Так сказать, предметы первой необходимости. Топай. Итак, начиная с этой минуты, барон Отто фон Штейнбах прекратил свое существование. И вместо него вступил в жизнь шофер Тимофеев. Вот вы говорите, шофер Тимофеев, что вы уроженец города Задонска. А скажите, какая у вас там в районе земля? Чернозем, товарищ начальник. А какая ближайшая железнодорожная станция? Елец, товарищ начальник. Скажите, а вы бывали в Москве? Приходилось. Не знаете ли вы, где там находится детский дом культуры имени Павлика Морозова? Ну как не знать, у Трехгорки это. А вот вы получили задание, скажем, провести машину с детьми в Измайлово, парк культуры, на гулянье. Как вы поедете? Трехгорным валом, через баррикадную, сквозь центр на Моросейку, а там напрямик до конца. Скрозь, это прекрасно, скрозь. Гленсен, барон, вы чудесно усвоили бы советов, однако... Довольно теории, перейдем к практике. Вы должны стать нашим резидентом в Москве. В Москве. Сердце страны большевиков. Удар в сердце, самый верный удар, барон. И его мы поручаем вам. Предупреждаю, что это сейчас трудно, как никогда и нигде. Мы потерпели полный разгром от советской разведки. Советская разведка. Труды многих лет пошли на смарку. Но в вас мы уверены. У вас блестящая подготовка, громадный опыт в Испании, Чехословакии, во Франции. Ваш номер 27. Ваша задача перейти границы, осесть на советской территории, на одном из заводов возле станции Химки, возле канала. Будьте активным советским человеком, завоюйте доверие, подберите людей, ждите сигнала, и тогда на воздух. Все на воздух. До свидания, шофер Тимофеев. Говорит мне, вас идет и мечтает. Вот вы сейчас диверсанта.
А ты откуда знаешь? Сам молод был, оттуда и знаю. Ты только не горячись, остужай себя. Вперед рваться и конь умеет. А у нас выдержка. Понимаю. Товарищ Орехов, направо. Есть. Птицы это. Привыкай разбирать. Птица, она щелкнет. А ветка треснет. Разница. Понятно? Ну вот. Ползет гадина. Где? Вот. Федь, а что днем? Бывает нарушение? Бывает. Ну вот ты, когда чаще задерживал? Я настоящего гада ни разу не поймал. Ни разу? Да, ни разу. Вот скоро в долгосрочный... А настоящего гада ни разу не поймал. Домой вернешься, девчаты засмеют. Да, они засмеют. Засмеют. Хорошо. Садитесь. Должен предупредить вас, товарищ Сташенко, что в ближайшие дни на вашем участке ожидается переход группы диверсантов. Судя по имеющимся данным, это провод какой-то крупной фигуры. По всей вероятности, они будут пытаться пройти дубовой просекой через Волчий Лох на Подлипецкий тракт или окружным путем через Камыши. Усильте дозоры. Есть. Ребят покрепче. Есть. Задание захватить живым. Есть, товарищ полковник. А вот это посмотрите. Пригодится. Знакомое лицо? Еще бы. Долбня, бывший хозяин хутора, местный кулак. Нам известно, что он и ведет всю эту группу. Десятки тысяч километров рубежи советские. Развивайте поля трудовые, здесь же мировые охраняют русских.
слыхаю дальние зорницы, злые тучи ходят у границ, днем и ночью у границы не смыкаем мы ресниц. Развивайте поля трудовые, песня, песня над мирной рекой. Оранитники тепловые охраняют русский покой. Оранитники тепловые охраняют русский покой. Участок камыши. Задание захватить живым. Можете идти. Нема? Придет. Когда придет? На рассвете? Долбня. Все на местах? Так точно, пан Казимир. Прошу переодеться. Торопиться надо. Пойдете камышами через болото на Подлипецкий тракт. Если, сохрани Боже, не гладко, оттягивать на себя, но чтобы он прошел, понятно? Если, сохрани Боже, провал, обратно. Дело известное. И ходили, и водили. Таких не водили. За этого головой ответите. Ты пойдешь в смолокурню, получишь посылку и обратно. А там отдашь эту рубашку, ну, пускай выстирают. Так она ж чистая. Что такое? Если я тебе, дурак, говорю грязная, значит грязная.
Я готов. Ну, да поможет вам Господь Бог. Камышам. За этой парой. А я за теми двумя. Есть.
Долбня, вперед! Сколько? Четверо. Двое ушли лесом, Хмелев за ними. Двое застряли здесь, в камышах. Продолжайте наблюдать. Есть, товарищ старший лейтенант. Ушли двое к озеру, оглушили. Товарищ Шепель, отнесите на заставу. Есть! Люди не проваливаются. Товарищ Краев, вдоль озера, быстро, без шума, отрезать тыл. Есть, товарищ старший лейтенант, до гнилого болота отрезать тыл. Пущайте хоть тысячу собак, ваше благородие. Долбну не ухватишь. Куда теперь? С молокурню. Вот он. Бирюк. Бирюк. Отлетя. Бирюк. Не мочи, свои. А, понимаю. Документы сняли? Сняли, товарищ старший лейтенант. Товарищ Михайлов, прочесать камыши. Есть, товарищ старший лейтенант. Руки вверх! Давай на берег!
Из группы Долгни? Да нет, что вы. Кто вы такой? Да здешний, Болотин. Как сюда попали? Корову искал. Под водой? Попробуй. Не можешь. Не можешь. Инструмент плохой. Дырочек не хватает. Ваша фамилия? Имя, отчество? Документы налицо. А что мы будем считать вашими документами? Это? Или то? Фамилия? Болотин Иван Семенович. Откуда родом? Деревня Сырока, Тамбовской губернии. Правильно. Деревня Сырока, Тамбовской губернии. А это что у вас? Тамбовская вышивка? Жена вышивала. Иван Семенович, а вы не знаете вот этого гражданина? Из группы Долгни? Да. Явка! Задание? Ничего не знаю. Раздевайтесь. Дальше.
а ваша жена мастерица. Одевайтесь. Уведите задержанного. Есть! Видал? Шифру? Да. Ничего. Теперь за остальными. Смотри. Ого. Давай обратно. Ну? Едва пробрался. Кругом дозоры. Знаю. Сам зачем приволокся? Да дело есть. Какое? Ну? Едва достали. Переправить за кордон надо. Там долбня привел какого-то. Да нельзя. Важного? Нельзя ему. Передай, пусть идет обратно. Наши завалились. Один я уцелел. Ну? Топай от меня. Доглядывайся. Если, сохрани Боже, не ладно. Вернуться придется. Свистну тогда. Спрячешь? А? Да ладно.
Гражданин, вы куда? А я в это самое, вот, в Макруны. Макруны вы уже прошли. Ты ведь милый. Ах ты, Господи, растревожили вы меня, вот я и путаю. Из Макрунов-то я вышел, а в Сидельцево иду. Я Буйко, Буйко. Вот торгую, значит. А в Макрунах вас кто знает? Да каждое дитё. Все. И старший лейтенант Сташенко, и сам полковник. Знают. Ну, пойдем. А куда? Пойдем, пойдем. Что значит пойдем? Я представитель кооперации. Вот мои документы. Ку-ку. Кукушка. Ну иди вперед. Как это можно? Старого работника кооперации. Давай, не оглядывайся. Садитесь, пани. Нам еще сегодня немало ходу будет. И не волнуйтесь, пани. В нашем деле мало ли что бывает. Кое-то у меня с тобой наше дело. Так что ж, вместе поймают, рядом зароют. Ну ты разболтался. Пешие и конные, собаки спущены, кругом глаза. Да не скули ты. Уходить надо. До ночи будем здесь, ночью пойдем. Сейчас уходить надо. Не ровен час, здесь зацапают. А как идти? В кружную пойдем. Дубовой просекой. На Волчьего? О, знаю. Места хорошие. Ага. Пройдем. Пройдем. Лесом это. Лес здесь густой, хороший. Как в потемочках пройдем. Дозвольте бычка заграничного. О, хорошо. Хорошо. А как пойдем? В этом что ли? Тут мне давеча принесли что-то. Не для вас ли? Очень хорошо. Ну, а где сапоги? Не знаю. Тут вот все. Где у них головы? Слушай, ты. Ты можешь сделать хорошую разведку? Разведку? Это сделаем, сударь. Сделаем. Кури. Покорнейше благодарим. Править велено. Дорогая штукенция это. Да, без очков не прочитаешь. Слушай, Бирюк, а в случае чего спрячешь? Да ладно, к березке приходите. Ку-ку. А, ну, айда в разведку. Подкиньте, господин, старичку для резы в ногах. Послушайте, Бирюк, я
Я хочу вам дать немного денег. Чем я раньше владел, вашими деньгами не откупишь. Понял? Товарищ полковник, направил вам задержанного Федорчука из группы Долбни. Да, да-да. И еще очень интересную рубашку. Слушаю. Да. Есть, товарищ полковник. Давайте. Давайте. Сюда? Да. Товарищ старший лейтенант. По приказу старшего по наряду товарища Краева взял у Овражка. Кричит кукушкой. И вообще путает. Можете идти? Есть. Фу. Товарищ старший лейтенант, что значит путает? Садитесь. Отправить-то заставу. Грим, на пост. Надо. В обход пойдем. Филиппок! 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 Гражданин, вы куда? Да поди сюда! Доглядай за стадом, я сейчас! Вы в пограничников, а сапоги не наши. Пусти! Пусти! Ну, пусти! Где тебе говорят? Пусти! 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 Пусти!
Ложись! Не мычи, ложись! Сидеть, Грим! Грим, сидеть! 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 Дежурный наряд! Ружье? Есть! Привязался, следом идет. Надо отвлекать внимание. Поджигай хутор. Ведь это ж мой родной хутор! 19 коров! Я выцей в пород! Красавица. Здрасте. Откуда это вы такой? По болотам, знаешь, служба наша такая. Неаккуратный вы какой, не бритый. По болотам, говорю, ползаем, ну вот. А вы у молочка. Нельзя, работа. Работа не волк, в лес не убежи. Enough.
теперь не убежишь. Давай! Вставай, вставай! Руки вверх! Товарищ старший лейтенант, нарушитель пошел к границе. Молодец, край. Левый край мешка. Засаду. Головин в вашем распоряжении. Есть засаду. Действуйте. Головин, за мной. Изъято при обыске. Убить? Нет, дышит. Вставайте. Thank you.
Товарищ полковник, диверсант задержан. При задержании ранен боец Головин. Нэмен Зеплац. Я не понимаю вас. Марш! Ушел? Нет. От таких ребят не уйдешь. Постройте заставу. Есть. Товарищи бойцы и командиры, вы показали себя в этой сложной операции образцовыми, преданными делу революции бойцами. Поздравляю вас с успехом, товарищи. Служим! Ура! Здорово!